Мотогонки, бег и детский смех. Во Владимире отгремели спортивные торжества в честь 77-й годовщины Великой Победы. По традиции соревнования прошли на Лыбецкой магистрали. В них приняли участие малыши, школьники, студенты, профессиональные спортсмены. Впервые в числе организаторов выступила энергетическая компания «Т+». На праздник в полном составе пришла семья Зябловых – бабушка, мама, папа и трое детей. Ребята приняли участие в роллер-забеге и тематических конкурсах. Очень хорошо организовано, понравились мастер-классы, очень много разных игр с детьми, развлечений. Разных. Вот мастер-классы мы делали, поделки, брелочки, стаканчики, забрасывать эти камушки. Очень интересно. Детям нравится, уходить не хотят. Энергетики провели для детей познавательные игры. Ребята проверили знания по энергобезопасности, поучаствовали в мастер-классах и викторинах. Детвора рисовала на асфальте, танцевала и ловила мыльные пузыри. Ребята постарше играли в боулинг. Малышей развлекали аниматоры. Самый добрый теплый энергетик Теплослав, клоун, зебра и тигр. Показали в игровой познавательной форме простейшие приемы энергобезопасности именно для наших маленьких детишек, которые сейчас участвуют в этих соревнованиях и конкурсе. Очень хотелось бы, чтобы они приняли участие и вынесли отсюда не только позитив, но и какие-либо элементарные знания, которые им помогут потом в дальнейшей жизни. На спортивный праздник пришли Евгений и Екатерина Савицкие с маленьким сыном. Их малыш участвовал в велозабеге и занял второе место. Мне очень понравилось то, что здесь очень много молодежи и есть развлечения для всех возрастных групп, от самых маленьких до самых больших, и это очень здорово. Спасибо большое этой компании «Т+» за такой замечательный праздник, за хорошее настроение детей и родителей. После конкурсов малыши стартовали в гонках. Главная задача – проехать по лабиринту и обойти препятствия. Также прошли соревнования на лыжероллерах по легкой атлетике. В забегах приняли участие более 3000 спортсменов различного возраста. Детские дистанции по всем дисциплинам – 500 метров, у взрослых – 2,5 километра. Победителям вручили кубки, медали и грамоты. От ПАО «Т+» спортсмены и любители получили памятные подарки. Евгений Павлов, Артем Замоскин, 6 канал.